Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим песочные колечки из советского прошлого. Для их приготовления нам понадобится 320 грамм пшеничной муки, 200 грамм сливочного масла, 120 грамм сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли, арахис для украшения и белок для смазывания. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до бела и пышности. Добавляем соль, ванилин и яйцо. Продолжаем взбивать. Частями вводим муку, каждый раз тщательно перемешивая, разбивая комочки. Замешиваем достаточно крутое тесто. Заворачиваем в пленку или пакет и отправляем в холодильник на 20-30 минут. Затем раскатываем тесто толщиной 5-6 мм и вырезаем печенье формочками. Смазываем сверху белком и посыпаем измельченным арахисом. Отправляем выпекаться при температуре 200 градусов на 12-15 минут. Печенье должно немного зарумяниться. Песочные колечки очень рассыпчатые, нежные и вкусные, совсем как в детстве. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».